Так, все вынесут. Если там шкаф поставил. Чек на ФК. Тык на шкаф. То ФК ж отменяю на людей 4 КГС. Сумоню один раз и начинаю бой. Танки, блин, это откуда? Аупич хил. Зрак из камня не хил. Искренение ТВРК. Че ты Коли Палом мне писала или кто это писал? Гиполо это кто? Пропиши еще раз. Так, смотрим. Контакт с Монти. Так, призыв начат. Чек на пул. Пул баф даю. Утверждайте, я сейчас пробахаю вас всех. Что тебе кто запустил босса? Добро пожаловать, герои! Вы услышали призыв Серебряного Авангарда и без колебаний откликнулись на него. В этом Колизее вам предстоит сразиться с опаснейшими противниками. Те из вас, кто смогут пережить испытания, войдут в ряды Серебряного Авангарда, который направится в цитадель Ледяной Короны. Что-то не понравилось мне этот орган, но босс. Грозовой гряды был призван Гормом Францайский Бивень. Бой, герои! Твои чудовища не чета героям Альянса, Тирион. Я видел и более достойных соперников в Багровом Круге. Ты напрасно тратишь наше время, паладин. Герус Пула. Сами чудовищами, кислотной утробой и жуткой чешуей. Квадрат бьем. Танку подбегайте, зеленые люди. Быстрее дело пойдет, если и тот, кто с желчью бежит, и те, кто с токсином бегут друг к другу, а не один к одному. Еще раз пробегаемся по зеленым. Зеленые люди к черепу. Ко мне подбегите. Блин, что-то. Бьем этого червяка. Следующего бойца на арену выходит. А, я кому забыл сказать. Идем на группу луч. Боешки, рецепты, сферы, эту всю хуйню, трофеи, все ролят. Вещи, которые остальные вещи, там не боешные, их ролите на один спек. На 10 спеков никто не ролит.
Если вы не поставили в известность Тирелла насчет второго спека, то вы ролите в тот спек, в котором идете сейчас. То есть напишите об этом в РК или мне, чтобы я знал. Чудовища повержены! Привет! Сейчас великий чернокнижник Вильфред не попал... А этот кинжал на чё идёт? На кого? Готовьтесь к бою! Слав. Не знаю. На Лока, наверное, на мага. Благодарю, верховный лорд. А теперь, но не на Хулипал. Я приступаю к ритуалу призыва. Можешь, в принципе. Когда я закончу, если они носят, они, по-моему, не носят. Готовьтесь к забвению! Что я пати не раскинул. Получилось! Трепещи перед всевластным Вильфредом Непопамсом, мастером призыва! Ты покорен мне, демон! Ничтожный гном! Тебя погубит твоя самоуверенность! Тут я главный! Быстрее, герои! Расправьтесь с повелителем демонов, прежде чем он откроет портал в свое темное царство! Перед вами Джарацус, эритарский повелитель пылающего легиона! Все порталы, да? Тоже не было. Жить уроком тем, кто смеет беспечно играть с темной магией. К счастью, вы победили демона, и теперь вас ждет новый противник. До скорой встречи. В следующем бою вы встретитесь с могучими рыцарями Серебряного Авангарда. Лишь победив их, вы заслужите достойную награду. Они хотели запятнать честь Альянса. Они пытались нас оклеветать. Я требую справедливости. А, вот пищат ходи. Позволь моим чемпионам сражаться вместо твоих рыцарей.
Мы бросаем вызов Орде! Хорошо, да будет так! Сражайтесь с честью! Сражайтесь во славу Альянса, герои! Во имя вашего короля! Это было лишь пробой того, что ждет нас в будущем! С Орду! Нет, слышишь, я отойду минуту-две. Значит... Кризис танка. ДКшники, у кого танка спек есть, плюс у рейд. Кризис, держишь вара. Так. Виталий Кун Рогу. ИС. 5К у тебя. ИСЛ, ты будешь держать. ИСЛ, ты будешь. Будешь держать ДК крестик. Оковы по КД. У него таунт. Утяжка, когда бежит в рейд. Так, начнем бить Лока. Это звезда. Вот тут еще Энг. После Лока будем бить Ханта. Это кружок. Но после Ханта будем бить череп. Это Энг. Энха будет контролить жест корнями, вихрем по очереди. Я буду дерево контролить. Чекнуть. Белин, а, ну давай ты череп танчи, я что-то забыл про тебя. Так, давайте начинаем, звезду бьем. Славик. Чё? Аталик идет на хулика? Нет. Ну, нет. А на Эрдру? Нет. А зачем тогда вот, Джест ролил утешение на себе? Ну, утешение идет на игру. Вы чё, Энха убили, что ли? После кружка звезду бьём. После звезды кружок. Кружок все играем. Не луну, а кружок. Теперь луну давайте. Потом звезду. Давайте квадрат. Thank you.
себе. Рога так далеко кинул блайн. Он блайн не может кидать? Блайн, да? Осветление. Но он уже подбежал. Пустая и горькая победа. После сегодняшних потерь мы стали слабее, как целое. Кто еще, кроме короля Лича, выиграет от подобной глупости? Пали великие воины. И ради чего? Истинная опасность еще впереди. Нас ждет битва с королем Личом. Тыкаем на вещи быстрее, чтобы они из сундука исчезли, а то пропадет лут. Долго вещи раздаются. Или они уже не будут раздаваться? Пусть состязания начнутся! Ну-ка, раздались вещи, нет? Вроде раздались. Черную берем. Давайте начинайте. Во имя темного повелителя, во имя короля Лича, вы умрете. Способность 2 секунды смотрим. Ничего не меняет. Все сферы ловят похуй, да? Способность 3 секунды смотрит. Меняем быстрее. Блять, 120 тысяч тычек, сука. Так. Добрый день. Ты все еще сомневаешься в могуществе Орды, паладин? Мы примем любой вызов! Король Лич понес тяжелую потерю. Вы проявили себя как бесстрашные герои Серебряного Авангарда. Мы вместе нанесем удар по цитадели Ледяной Короны и разнесем в клочья остатки плети. Нет такого испытания, которое мы бы не могли пройти сообща. Будет тебе такое испытание. Артас, нас гораздо больше. Сложи ледяную скорбь. Нерубианцы воздвигли целую империю под льдами Нордскола. Империю, на которой вы так бездумно построили свои дома. Души твоих павших чемпионов
будут принадлежать мне, Фордринг. Отец, отец, я здесь, холодец. Верни. Чек на пол. Йоу. Жуков добейте сначала. Кто-то заходит? Да, я вижу. Сейчас зайду. Я пока не могу прочитать это заклинание. Сейчас куда я буду рейд пойти? РС. Вуди тут? Надо, чтобы ты это ассиста дам, сейчас рейд буду собирать. Пособирал людей из гильдии в РС. Надо отойти минут 5-10. Я в ППД сейчас. Кто еще на ИП?